База строительных материалов появилась здесь в период олимпийской стройки. Все работы перед Олимпиадой завершились, а база осталась и даже активно использовалась для хранения бетонных блоков, металлических конструкций, инженерного оборудования. Все это привозилось и вывозилось отсюда большими фурами, так что дорога к селу, а это приблизительно 7 километров, пришла в негодность. Разбитое грузовым транспортом дорожное покрытие без того страдает от постоянных оползней, но автобус ходит в село регулярно, без перебоев. Местные жители уверены, если нагрузка на дорогу не уменьшится, они окажутся отрезанными от города. Очень обеспокоены, потому что это только единственная наша дорога, где мы можем и в школу поехать, и в больницу. В ситуацию вмешались сочинские депутаты. Как им удалось выяснить, это должен был быть временный объект, который после завершения олимпийской стройки подлежит сносу, а участок рекультивации. Однако все это время здесь не утихал грохот машин, проводились сварочные работы, из-за чего в соседних домах случались перебои с электричеством. У нас не подавалась электроэнергия, мы не могли смотреть ни телевизора, ничего прочего. То есть напряжение очень было слабое. Свет у нас бывает даже, вот у меня лично, я живу от ТП, вы сами понимаете, чем дальше от ТП, свет, нагрузка еще меньше будет, допустим. У меня 110, вот как вот, 140, 110. Вывести оборудование и стройматериалы предприниматель обязался в течение 2 недель, а также привести в порядок территорию, то есть убрать весь мусор и озеленить. Депутаты намерены проследить за тем, как выполняются обещания. Я посмотрел у местных жителей фотографии, ну, видел, что здесь находилось. Действительно, ну, не было здесь леса уже, когда собственник сюда заходил. Может, здесь типа карьера находилась, действительно, пятачок уже был. Ну, лес, может быть, здесь и не будет, но, по крайней мере, вот этой грязи, вот этого беспорядка здесь уж точно не будет. Этим мы работу и будем продолжать. И вот депутаты носят, ну, по обращению жителей, естественно, что вот там такие объекты есть, для того, чтобы их вывести и привести в исходное положение тот земельный участок, которым они временно пользовались. Жители вместе с депутатами потребовали от предпринимателей гарантии, что транспортировка оборудования не повредит дорогу, а разбитые участки он отремонтирует за свой счет. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.